Так, всем добрый день. Хочу вашему вниманию представить оперативную память для ноутбука. Память, она немножко старенькая. Ну как старенькая? Изготовлена там совсем недавно, в 17 году, 10 числа, поступила в розничную сеть, судя по этикеткам. Так, то есть произведена в Китае, в Тайване, ну и предназначена для ноутбука. Ну и как говорил, что память старая, имеется в виду, что DDR3, ну и тактовая частота 1066, как раз для обновления памяти ноутбука. У меня стоит 4 гигабайта. До максимума до 8. Ну и вот одна планочка, память Transcendent фирмы, причем опять гарантия 10 лет, то что можно заменить ее. Вот. Ну и поставляется вот в таком варианте. Здесь можно с обратной стороны посмотреть, пластиковый бокс. Так, ну и памяти и взаимодействия для него. Еще раз так повторяю. 4 гигабайта на данный момент, 2 гигабайта в каждой планке установлены на ноутбуке. Так, ну вот в данном варианте. Так, ну давайте ее вскроем. Находится память. Первая планочка. И вторая. Так, вот две планочки. Так, ну и ноутбук, старичок. Но еще исправно работает. Смотрим. Ошиба. Сателлит H661EM. То есть вот здесь указаны характеристики, которые присутствуют. Так, ну здесь листочек скрыл код Windows. Ну, мог бы не скрывать, все равно использоваться бы не смогли. Так, ну давайте поменяем память. То есть старую на новую. Так, сначала обесточим мы. То есть снимем наклейку. Так, ну и вывинтим ее. Здесь находится память. Здесь жесткий диск. Так, компьютер благополучно работает, правда, в настоящее время начались проблемы. Так, ну и вот здесь вот установлены две памяти. Мы видим. Так, ну и чтобы достать, достаточно чипнуть первый слот, ну и второй слот памяти. Достаем память. В данном случае здесь Samsung.
байты каждая планка. Так, ну и ставим вновь купленную память. Где-то по 30 градусов. Вставляем и защепляем. Второй модуль. Достаточно просто, если у вас возникли какие-то проблемы. Единственное, смотрите, как такая память у вас присутствует в данном уроке. В противном случае, если поставить более высокую частоту, то память все равно будет брать ту частоту, которая, вернее, система будет брать ту частоту, которая запланирована. Единственный момент, может не подойти, то есть методом перебора. Так, ну и давайте проверим. Так, чуть попозже я ставлю ставки, как улучшилась производительность и так далее. Решил поменять память у ноутбука, для того, что современное программное обеспечение уже требует минимально допустимой оперативную память 4 гигабайта, ну а более-менее благоприятное использование современных программ, то есть требует 8 гигабайт, ну а некоторые уже и требуют 32 гигабайта, ну, ввиду того, что ноутбук способен заменить только 8 максимально поставить гигабайт в 2 слота. Ну и если вы не знаете, какая память у вас стоит, сколько слотов, то есть если у вас есть Windows 10, достаточно открыть диспетчер задач, ну и здесь вот есть вкладочка производительность, ну и производительность по различным элементам основным системам, то есть по процессору, ну и по памяти. Когда нажимаем память, то здесь появляется окошко, в котором написано, что за память, сколько ее выделено. Ну и внизу на данный момент показывается, то есть тип, частота, ну и сколько гнезд у вас занято. Так, ну сейчас 1 гигабайт свободен, но при загрузке тяжелых программ, то здесь катастрофически падает свободное пространство памяти. Ну и как результат, начинаются проблемы с зависанием и так далее. Ну а если у вас не Windows здесь, ну тогда надо открыть стандартный тестер, как в данном варианте один из них, открыть закладочку
память. Ну и здесь можно увидеть, что за тип, сколько каналов, ну и так далее. Ну и на всякий случай еще проверить здесь, заполнен или не заполнен у вас слот памяти. Ну а чуть позже покажем, как будет выглядеть та же самая картина при обновленной памяти. Так, ну и давайте посмотрим, как ведет себя новая установленная память, которую только что я показывал. Ну и сопоставим то, что было до, как вы видите, ну и после, то есть сколько доступно, то есть установлено две планки по 4 мегабайта, то есть всего 8, ну и в данном случае видно. Так, ну и сколько в настоящее время доступно, и диск сейчас более хорошо себя чувствует, то есть раньше было 100%, то есть сейчас обращение к памяти диска уже не столь критично, ну и соответственно все негативные последствия по нагреву и так далее исчезли. То есть память работает, можно даже на этом посмотреть. Тест 3. То есть вот установлено 8 гигабайт DDR3. Ну и также установлено слот 1, 4, ну и слот 2. 2. 4 гигабайта, то есть 2 по 4, ну и вообще у нас получается 8. Так, ну всем спасибо за внимание, кому это было полезно. Ну и до новых встреч, распаковок.